Всем привет, ребята! Ну что, сегодня у нас будет тест на архидемоне, тест первых шестых чарок. Я поперекачивал некоторые герои и тест тыковки, который я вам потом покажу, как она разгоняется, мы ее потестируем. Вот у меня есть 9-9, и сейчас я специально качну дополнительно еще одну тыковку, точнее еще один талант на этой тыковке. Я хочу еще потестить изворот потом. Так, заменить. Вот так вот. Тыковка 10-10 и тыковка 9-10. То есть разница 50. Ну, практически в энергии здесь 40%. Это максималка. Давайте выставим полностью таланты, полностью все и затестим, что у нас в итоге получится. Сейчас мы пойдем на архидемона, который наносит урон по зоне. Шестой пиромах. Так, здесь мы поставим вот так вот. Панчи бокс будет. Сейчас я соберу всех остальных. Так, химка. Девятка. Ставим расколы всем. Шестая. Так, сюда мы поставим. Огневика. Укротитель. А второй. Ведьмочка. Так, надо позабирать. Будет поудалять эти эмблемы, все повыставлять. Везде одинаковые эмблемы на рунинах. Такс. Вот на огнике. На зефире, по-моему, у нас еще. А, на зефире нету, снял уже. Так. А, стрелок. Сделаем так для отхила. Это первый тест, потом я поменяю. Так, стрелок у нас собран. Так, укротитель есть. Ведьма. Ведьма собрана. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Что-то мышка глючит. Ну, что с тобой? Так, есть. Батарейка, наверное, садится. Главное не завтыкать. На архидемоне не запороть попытки. А, так, есть. Еще у нас остался космо. Космо, 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 такая же сборочка. Отлично, вроде все готовы. Так, поехали, смотрим. Какой у нас архидемон. Призывает монстров, урон по зоне, иммунитет. Такой же был у нас на русском сервере. 3. Окей. Смотрим. Вот такой вот состав. Тыковка только у нас 10-10. Эмблемами, как вы видите, везде стоит раскол. Поехали. Стартуем с космо. Кидаем всех ноги. И
я уже показывал, чем Космо хорош, он очень хорошо кидает паралич по зоне, соответственно, убивает и приспешников, и не дает архидемону включиться. То есть это самый такой оптимальный вариант. Не знаю, надо было нам друга брать сюда. По нему все равно атаковать, по сути, толком не будут. Возможно, зря его взял. Лучше взял бы другого питомца. В следующий раз мы сделаем разгончик стыковки. То есть старт сделаем стыковки, а потом уже я попробую поменять эмблемку на текве, поставить воодушевление для того, чтобы был максимальный разгон. На этом архидемоне. Вот видите, проходят все-таки станы. Показывал я этого архидемона уже с огником. Все-таки космос здесь получше будет. Сейчас второй заходик попробуем, поставим на тыковку воодушевление. Посмотрим, как оно зайдет. Но по времени что-то не очень. На русском сервере даже и то был лучший результат. Видите, неудачно немножко зашли. Ну, тут рандом, то есть тут рандомный архи, поэтому тут пятерка, а там дальше уже как повезет. Но мы даже идем сейчас похуже, чем на этом. Чем на русском сервере, это жесть. При том, что тыковка прокачана на максималку. Надо будет сейчас еще питомцев над хил поубирать. Некоторых. А, тьфу ты, мы не взяли чикабума. Я думаю, что такое у нас? У нас нету чикабума. Что за результат? Вот посмотрите, насколько результат с чикабумом и без. Вот нету чикабума и все. Я думаю, что за фигня? Почему такой результат плохой? Да, жесть. Так, окей. Сейчас я выставлю чикабума, поставлю на тыковку. Давайте так, следующий у нас тест будет. Делаем тыковку. Так, здесь у нас все оставляем. Имка. Огневик. Тут будет у нас Рудольф. Такс. Ведьма. Нафиг друга. Вот. Думаю, что-то пошло не так. Такс, есть. В принципе, нам Рудольфа будет хватать для отхила. Такс. Кто у нас еще тут? Стрелок. Сделаем так для замедления. Пусть будет так. Так, ведьмочку еще раз проверю. Вы видите, без чикабума, конечно, разница очень большая. Поехали. Тест номер 2. Стартуем точно так же. Главное, чтобы мышка нас выдержала. То выкинули всех. Ну... Поехали.
Уже следующие заходики я попробую сделать, стартануть с тыковки. Потестируем старт именно с раскола, такой же вариант. А потом поставим воодушевление. Посмотрим, какой сейчас будет итог, чикабум или нет. Ну, видите, чикабума надо качать, он дает дополнительные входы на подземки, плюс дает также приличный урон на архидемоне. Ну так, чтобы была особая разница в тыковке. Пока, честно говоря, я не вижу разницы в наборе. Посмотрим, когда она будет. С нее будем стартовать. Но пока разницу я не вижу. Ну, это рандомный босс, поэтому тут, знаете, как повезет. Потом мы отдельно тыковку затестим. Ну, тут видно уже разница, что 5 по-любому, то есть чикабум как минимум будет давать полмиллиона плюс. Ну, у нас обновятся попыточки, и я попробую уже зафармить, начиная с тыковки, с расколами, с воодушевлением, чтобы определиться, все, что же все-таки лучше и какой старт. Ну, тут видите, да, разница. Еще и запас у нас там 4 секунды где-то. Где-то 100 миллионов набьем, это, наверное, 96. Окей, то есть 600 миллионов дает только один чикабум. Так, плюс-минус, это в топовом составе, в таком, как у меня. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.